Гейски, ребята, меня зовут Флавиус, и мы продолжаем играть в растения против зомби. Что же, и начнем мы с третьего уровня шестой зоны. Точнее, нет, наоборот, с третьей зоны шестого уровня. Так, нам тут безумный дайв дают водоросли, раздвоенный горохострел и кактус. Ну, они бесполезны будут, честно говоря. Ну да, потому что никто не будет заходить нам на спину. Ну ладно, берем колючки, ребят. Мне понравились эти колючки в последнее время. Брать их всегда мне хочется, прям вот хочется. Берем кувшинку. Так, здесь у нас будет оборона из... О, я давно три стрелочки не ставил. Хотя, в принципе, ну, давайте возьмем для разнообразия. И возьмем... О, дерево факел возьмем. И таким образом, думаю, попробуем проходить. Что ж, ребята, начинаем. Так, ребят, приближается у нас первая большая какая-то волна. Сейчас мы с ней быстренько разберемся. У нас тут много-много уже колючек насажено. Ну, как много, не так, чтобы прям очень много, но достаточно количество, чтобы можно было без проблем отражать атаки водных зомби. Кстати, в следующем уровне я еще одну тактику попробую. Я возьму... Короче, суть нее таковая будет, что растения у меня будут стоять, ну, какие-либо вообще, только на бассейне. Только в бассейне. Вот, такая будет хитрая тактика. Покажу вам ее. Ну, я думаю, может, кто-то догадался уже, но мне интересно такой тактикой поиграть. Я еще не пробовал, поэтому посмотрим, что с этого выйдет. Так, ребят, вот и наша финальная волна. У меня тут уже практически два рядочка мега прокачанных колючечек. На водичке у меня пенечки плюс трехстрельчики. В общем-то, у зомби нету шансов. Мы их сейчас быстренько одолеваем. Так, вот тут последние остатки их к нам подходят. Но уже они не дойдут никоим образом к нам. Мы их всех уничтожим. Так, вот наш мешок бабала. Забираем его и переходим дальше. Дальше мы что должны увидеть? Так, что тут у нас за зомби? Ну, в принципе, обыкновенные самые зомби. Смотрите, ребята. О, хорошо, что у меня здесь, ну, в принципе, нужные растения. Я беру вот что. Подсолнух, естественно. Беру вот эту штуку, ребята. Да, да, не удивляйтесь. Беру вот эту и вот эту штуку. Плюс вот эту и вот эту. Вот, хмурень и дымник, ребят. Ну, думаю, вы уже догадались, что это за тактика будет. Так, стоп. А хватит ли нам? Нам, похоже, слотов не хватает. Так. Потому что нам-то еще кувшинку надо обязательно взять. Да, не получается здесь эту тактику применить. Потому что безумный Дэйв дал нам немножко неподходящие растения. Он нам такие, скажем, более классические дал растения. Ну, ладно, в принципе... Давайте без колючек тогда попробуем. Попробуем, хотя нет, хотя бы вот с этими колючками, потому что здесь зомбони будут. Вот, гриб, это подсолнухи. Ну, нормально, в принципе. У нас будет и стенорех высокий, и, в принципе, довольно-таки неплохая тактика. Что ж, ребята, начинаем. Так, ребята, ну что ж, как вы уже могли догадаться, тактика эта, ну, совсем уж непростая. Она требует много-много усилий от нас и большой такой, скажем так, концентрации. В общем-то, не просто построить столько много растений, причем так быстро и так ловко. Это не так просто, как может показаться, но, ребята, эта тактика, скажем так, дает свои плоды. Потому что, смотрите, хмурни довольно-таки сильное растение. Оно, в принципе-то, съедает всех зомби
очень быстро. Правда, у него очень маленький радиус, поэтому оно ну, не так далеко бьет, как хотелось бы на самом-то деле. Но в этом нет ничего страшного, потому что мы всего лишь навсего поставим вот сюда стенорежки и, в принципе, будут себя очень хорошо хмурнее чувствовать. Так, ну, тут у нас, смотрите, что происходит на крайних линиях, поскольку ну, хмурнее туда, естественно, не достают. У нас тут немножечко вот такой прорыв происходит, но это ничего страшного. Это нормально. Главное, что вот серединка у нас здесь будет очень хорошо защищена нашими хмурнями. Хмурнями. Хотя, видите, одного все-таки съели. Ну, ничего, ничего. Сейчас мы посадим сюда посерединочке стенорешек и... Так, тут у нас опять прорывчик небольшой произошел. Ну, это все не беда. Не беда. Не беда. Ля-ля-ля. Так... ставим стенорешек и все. В принципе, здесь у нас будет все в порядке. Очень хорошо себя будут чувствовать наши растения. Так, по верхней линии, смотрите, я поставил уже колючек очень много. Хотя они, конечно, так себе помогают. Лучше бы я бы сюда поставил... Эх, опять прорвался. Третий раз я ставлю зубастика. Ну ладно. Лучше бы сюда, конечно, что-то другое. А, смотрите. Не, хмурь не работает, когда он вот так вот... да, ребята, хмурь не работает. В любом случае, как видите. То есть вот эта линия и эта у нас, в принципе, защищена. Ага, но только ж видите, тут хмурень. Угу, так получается. Я понял. Угу. То есть на хмурень лучше всего ставить так называемую... Как же эта штука называется-то? Тыкву. Тыкву, вот. Про тыкву я не подумал и не взял, поэтому взял обычные стеночки. Ну да ладно, как-нибудь справимся. Тогда давайте сюда поставим двухстрелечек обычный. Вот так вот сделаем. Сейчас, 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 давай перекручивайся, кувшиночка. Намудрил я тут немножко с тактикой. Это было для меня впервой играть подобной тактикой. Ну, ничего, ничего. Как говорится, на своих ошибках я научился. Так, хмурень тут надо разбудить, тоже не заметил. Но, в принципе, все проходит довольно-таки неплохо. По меркам, конечно, это какая у нас вторая волна. Ну, да, немножко все странно, конечно, выглядит, я соглашусь. Но это неплохая, знаете, такая разминка для разнообразия. Потому что, ну, мне уж надоело ставить одно и то же. Надо чего-нибудь новенького. Новенькое у нас будет вот таким вот штуками. Так, хмурень надо бы еще сюда поставить. Я вот это понял уже. Вот таким вот образом. Тогда он будет захватывать и этих. В общем-то, будет все хорошо. Вот сюда я поставил зубастиков на конце, чтобы, ну, мало ли кто-то там дойдет из зомбей вдруг. Они доходят, бывает. Мы их тут сразу же... Ой, нет, я хмурню не дал проснуться. Ай, что же я сделал? Ладно, так, один стенорешек проглотили. Негодяи такие. Но мы его сейчас восстановим. Так, надо поразбуживать некоторые тут уже стенорешечки наши. Так, точнее, не стенорешки, а хмурни. Так, делаю вот так вот, чтобы уже все тут готово было. Угу. И не сильно эффективная, честно говоря, тактика. Такая себе, да, потому что я протупил, надо было эти надевать, брать каких, эх, да, да, тыквы, но бывает, бывает, ничего страшного в этом, в принципе, нету. Ладно, играем дальше, давайте разбужу дымники все остальные. Ух ты, какой быстрый зомби, смотрите, так вот спешит прям к нам тут. Но он уничтожится. То есть, видите, вот эта крайняя линия, она колючками чисто защищается. Ну, тут можно, в принципе, либо зубастик поставить, либо замедлятель. Замораживатель. Да, в принципе, будет неплохо. Ну и, конечно, хмурни, у них урон хороший. Хороший, хороший. Обычного зомби очень быстро уничтожают. Да даже зомби с ведром, смотрите. Довольно-таки неплохо. Вот так вот грызет его потихонечку. Но единственное, конечно, что у них очень маленькая зона действия. Вот это минус большой. Но зато они по всем и сразу действуют. Тут тоже надо быть в этом, скажем так, осведомленными быть. Так, ну смотрите, несмотря на то, что у нас уже куча денежек,
В принципе, ну, мы справляемся. Да, мы справляемся. Даже вот такой вот топорной... Так, ладно, ребят, давайте немножечко ускорю. Так, ребят, ну что ж, вот, собственно говоря, что и получилось с этой тактики. Не особо она себя оправдала, даже вот одну линию я отдал, ну, ничего страшного. В любом случае, 2000 монет я накопил, в любой случае, в любой момент я могу наставить двух стрельщиков, синорехов, в этом проблем нету. Но такая себе тактика, ребята, не проходите такой, она себя, как я уже повторюсь, не оправдала никоим образом. А лучше что-нибудь более, не знаю, надежное, что ли, выбрать, более стандартное. Но, тем не менее, сейчас у нас будет последняя волна. Посмотрим, что из этого выйдет. Давайте застроим дымников. Может, если бы я взял тыквы, конечно, получше все было, но, увы, я их не взял. Поэтому имеем, что имеем, как говорят. Так, последняя волна. Волнишка, волнишка приближается к нам. И чё мы в ней увидим? Дымничек наш уже не перекрутится. Ну и ладно. Так. Ну, давайте вот сюда поставим зубастика. Хам. Хам. Зубастик все скушает. Все перетрет, как говорится. Зубастик и любого зомби перетрет. Знаете, есть такая поговорка. Терпение и труд все перетрут. Ну, вот я считаю, что зубастик все перетрет и перетерпит. Забавно. Ладно, так, что тут у нас? Зомби с ведром. Тут у нас зомби. Ну, в принципе, они... будут уничтожены с помощью дымничка. Дымничка. Так, и так. Ну и много, конечно, нужно. То есть нужно 75 на семечку, 75 нужно на дымник и 150 нужно на хамурник наш. Ну, в принципе, мы проходим уровень. Не с таким, конечно, превеликим успехом, но проходим. А тут уж не важно. Как. Так, ну что ж, ребят, в принципе, на этом все. Серия подходит к концу. До уровня я прошел, в принципе, думаю, достаточно. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарий. Мне будет очень приятно. Адиос, амигос.